Сегодня игра, сегодня важный матч. Все стали на своей позиции. Нас много ребят, но цель одна. Мы все здесь, чтоб побеждать. Разрывать. Нам нужна победа, победа, победа. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Пипаян Грант. Мы снова в этой замечательной студии. Сегодня я один, без своего привычного партнера и коллеги Юрия Пенькова. Дело в том, что на выходные Юрий уехал в Нижегородскую область на выставку меда. Юрий, как известно, является огромным фанатом гречишного меда. И вот сейчас он отправился непосредственно за парой баночек этого прекрасного продукта. Дорогие друзья, второй тур Раекс Премьер Лиги прошел уже в предыдущий вторник. Состоялись 4 поединка. Очень было интересно, увлекательно, и глаза разбегались, и не было понятно, за каким матчем лучше смотреть. Мне же удалось посмотреть на каждый матч в отдельности, по чуть-чуть, и я сделал много выводов. О них я как раз сейчас вам и расскажу. Поехали! Матч завершился со счетом 3-2 в пользу команды «Газпромбанк». Это первая победа банкиров, с чем мы и поздравляем сотрудников «Газпромбанка». Здесь было два совершенно разных тайма. Видимо, одни из ворот именно были какие-то счастливые. И когда команда защищалась на этих воротах, когда команда атаковала в эти ворота, у нее получалось буквально все, и они действовали окрыленно, и у них получалось все, что они, в принципе, и планировали. Да, в первом тайме, по итогам первого тайма, «Газпромбанк» сумел забить 2 мяча, плюс они сумели забить гол из раздевалки, забил Гуликов Сергей, это третий мяч, авторы же первого и второго мяча, это Ершов Сергей, Таранов Вячеслав. Стоит отметить, что Таранов Вячеслав еще отметился и голевой передачей. Такой неформальный лидер этой команды, который ведет за собой эту дружину. Вообще, «Газпромбанк», видно было, что сделали много выводов из игры первого тура, где они проиграли со счетом 5-0. Ребята перед матчем, я слышал, как они общались, как они настраивались. У них очень теплая обстановка внутри команды. В принципе, там ребята много разговаривают, много обсуждают и разговаривают по делу, по работе, не как-то критикуют друг друга, не упрекают друг друга в чем-то, а просто действительно так называемый рабочий подсказ. Да? Соответственно, эта тактика, вот это все общение вылилось в то, что они забили 3 мяча, а потом вожжи игры ушли к команде DIP-2000, которая по итогам первого тура оставила самое лучшее себе ощущение, и мы ждали, что здесь DIP-2000 будет прежде всего доминировать в этом матче, а нет, DIP-2000 ушли на второй план по сравнению с яркой и зрелищной игрой команды «Газпромбанк». Соответственно, во втором тайме инициатива полностью перешла в руки команды DIP-2000. Ребята сумели забить 2 гола на 38-й и на 40-й минуте. Серегин Вячеслав стал автором дубля. Вообще, эта команда богата на хороших атакующих игроков, которые могут забивать по несколько мячей в одном поединке. Это было и в первом туре, и вот сейчас есть точно такое же явление. И даже по всем статистическим данным, после проигранного первого тайма, за счет вот этой активности во втором тайме, команда DIP-2000 сумела вернуть инициативу. Единственное, что в нужный момент ребята из «Газпромбанка» что-то щелкнуло, они одумались, они поняли, что больше пропускать нельзя, иначе победа такая желанная от них уйдет, и все закончится ничьей, или еще хуже, команда уступит. Соответственно, может быть, где-то не хватило команде DIP-2000 времени, может быть, что-то еще, но в целом, именно чтобы сравнять счет, но в целом был провальный первый тайм. Здесь, возможно, был какой-то недонастрой на игру, потому что по статистике первую игру «Газпромбанк» проиграл дебютантам, и где-то, может быть, это позволило как-то расхлябанно подойти, хотя думаю, что это вряд ли, эта гипотеза верна. Корень
проблем Deep 2000 заключается в том, что, насколько я знаю, основные игроки этой команды получили травмы и, к сожалению, не могут пока выступать, и когда они присоединятся к основной команде, то эта команда еще больше прибавит, и сейчас она играет тоже в интересный футбол. Матч на поле номер 2, матч тура, победила команда ВТБ страхования. Игра была реально за 6 очков. Команда Golden Hills Capital AM играла без замен. В шестером приехали ребята. И при этом тот уровень игры, который они показали, достоин уважения. И если бы не где-то уверенная игра вратаря, либо же откровенное невезение и нереализация своих моментов, то команда ВТБ страхования, возможно, бы и вовсе уступила в этом матче, либо был бы какой-то ничейный счет. Это, в принципе, можно отследить и по видеообзору, да, который сейчас идет на ваших экранах. Как мы видим по этому ролику, с первых же минут команда Golden Hills Capital AM решила не откладывать все в долгий ящик, имела много моментов. Команда, конечно же, больше играет за счет индивидуального мастерства каждого игрока. Соответственно, пока у них где-то не хватает командной игры, а вот мы сейчас видим первый гол, забивает его игрок команды ВТБ страхования, потрясающий удар. Здесь, в принципе, винить голкипера в этом забитом мяче, пропущенном мяче, наверное, не стоит. Все-таки такой пушечный удар с близкого расстояния, прямо под перекладину, это здесь круто исполнил игрок команды ВТБ страхования. Что же касаемо этого гола, наверное, здесь пятому номеру, я его на мероприятии сравнивал с Полем Погба, наверняка ему здесь стоило сыграть как-то ближе, как-то более назойливее и помешать конкретно в этом непосредственном моменте, помешать игроку забить вот так вот беспрепятственно мяч. Забил, кстати, его Хызев Юрий. Это не первый гол. Вот мы сейчас дальше увидим по видеоролику, как это было. Вот следующий же момент. Golden Hills Capital, еще стоит отметить, очень много нанесла ударов по воротам. И здесь голкипер просто сыграл великолепно. Он выручил все разы, стоял на ноль. И этот ноль не от того, что ему совсем не били по воротам. Он много работал, он провел огромный объем работы. К сожалению, для команды Golden Hills они не смогли так и распаковать его ворот. Соответственно, моменты были. Вот сейчас выход 1-1. Отличный был момент у пятого номера, да. Вот розыгрыш штрафного. Где-то не попадали по воротам. Где-то что-то не получалось. Вот удар в штангу от команды ВТБ страхования. Это 15-й номер команды наносил этот удар. Вот еще одну он передачу дает. Потрясающе сыграл матч человек. Все единоборства практически один в один он выиграл. Обыгрывал на любом участке поля. А вот второй мяч. Потрясающий удар по силе и по точности со штрафного удара. Снова Юрий Хызев отправляет мяч в сетку ворот. Браво, Юрий. Отличное мастерство. Отличное исполнение. И, в принципе, это один из, наверное, лучших игроков чемпионата. За индивидуальный титул, конечно, будет здесь борьба сумасшедшая. Да, вот тем временем еще был момент у команды ВТБ страхования. У ВТБ страхования их было тоже предостаточно. Игра была открытая. Обе команды играли с упором на нападение. Вот был такой момент потрясающий, когда игрок команды ВТБ страхования дважды в одной атаке попал в перекладину. Уже, в принципе, мячу там деваться некуда было, он уже, по идее, должен был залетать, однако перекладина вмешалась в игру и, в принципе, не позволила стойка ворот забить мяч еще один, третий, либо четвертый и так далее команде ВТБ страхования. Вот был хороший момент, штрафной,
в непосредственной близости от ворот, не очень удачно пробили. Потом были вот такие вот замечательные выходы один на один, которые вот тоже не удалось реализовать. По поводу моментов перекладину в самом конце сейчас покажут на видеоповторе, как это было. Вот, пожалуйста, первый удар. Убрал отлично под себя, удар, вратарь уже лежит на газоне, и ничего он уже не мог предпринять в этой атаке. И вот еще один удар, тоже перекладина. Вот такой вот матч. Здесь хочется сказать, что после этого поражения, конечно же, у команды Golden Hills Capital заметно сократили шансы на занятие общего первого места, а вот быть в тройке, мне кажется, что им под силу. Здесь просто чемпионство сейчас не в их руках. Если они хотят стать чемпионами, надо, чтобы где-то в это Б-страхование допустило осечку. Конечно, эта возможность есть. Да, впереди игры с командой Согласия, с командой АСТ Страховой Брокер, с Уралсиб Страхованием. Да? И вот как они справятся со своими коллегами-страховщиками, будет зависеть судьба первого места. Сейчас лично я вижу фаворитами именно команду ВТБ Страхование, которая вот в таком красивом матче одержала победу. Что же касаемо Golden Hills Capital, то мне эта команда безумно симпатична. Это веселые, позитивные ребята, хороший капитан у этой команды. Он уверен в своей команде, уверен в себе. И у этой команды прекрасное будущее. Я считаю, что если они не закончат после первого турнира и руководство этой компании будет развивать данное направление, мне кажется, что у этой команды действительно большое будущее. Переходим к третьему матчу. 11-0 в пользу команды Согласия. Снова Price Inform позволила забить своим оппонентам более 10 мячей, плюс сама не смогла отличиться. Конечно, видно, что команда только-только начинает свой футбольный путь. Игроки очень опытные, взрослые, и играть сложно, но я видел новых людей, да, то есть обойма игроков большая. Возможно, стоит приезжать там в 10, да, 12 человек, как-то меняться за счет большей свежести, пытаться идти вперед, да, больше двигаться. Игроки понимают, что нет замен, да, соответственно, где-то там впереди не дорабатывают, потому что держит в голове вот тот факт, что нужно вот играть там весь матч без замены, будет сложно, надо поберечь силы. Должно быть так, вот вышел человек, 10 минут оббегал, да, там, сел, подышал 5-10 минут и снова вышел. И таким образом постоянно, чтобы был темп игры высокий, да, пока этот темп не могут предложить игроки команды Price Inform в силу многих обстоятельств, плюс тот темп, который предлагают соперники, они, к сожалению, тоже пока не справляются. И здесь, конечно, будут матчи, где команда Price Inform может побороться и набрать очки, заветные очки. Что касаемо этого матча, травму получил, наверное, самый молодой, один из самых молодых и резвых игроков этой команды, Игорь Скорых. Скорых вернется. Может быть, скорая помощь ему как-то поспособствует его скорейшему выздоровлению. Игорь Скорых к нам вернется и будет нести за собой команду Price Inform. Из позитивного еще можно ответить, что есть прогресс. Пропустили на 5 мячей меньше. В следующем матче, может быть, мы вообще увидим 6 пропущенных мячей, а может и забитый мяч нам удастся увидеть. Так что ждем мы здесь от компании Price Inform какого-то сюрприза. Что касаемо Согласия, Согласие спокойно, методично довели этот матч до победы, забивали много голов, несмотря на то, что соперник позволял много, эта команда не разменялась там на какие-то там шалости, да, и играла дисциплинированно от начала до конца, без потери концентрации, и вот как раз таким образом забила
11 мячей. Здесь, в принципе, нет смысла перечислять, да, всех игроков. Да. Отметим, что Илин Александр оформил хэт-трик, забил 3 гола. Плюс он же, кстати, отдал несколько голевых передач, да, 2. И Рунов Константин здесь провел тоже хороший поединок. Он забил сам и, конечно же, забил 2 даже и 3 даже. Рунов Константин также провел прекрасный матч, тоже забил 3 и 2 ассистировал Ильину Александру. Рунов и Ильин в этом матче была той связкой, которой не сумели ничего противопоставить игроки команды Прайсинформ. И логично, что после этой победы компания «Согласие» выходит на 1. Надолго ли там она останется, мы пока не знаем. Да, сейчас сложно говорить. У команды впереди много важных для себя матчей с очень сложными соперниками. И, конечно же, уровень и класс этой команды, да, характер этой команды будет определяться именно в этих матчах, которые проигрывать, в принципе, нельзя. Да, у нас здесь один матч какой-то проигрываешь, и все, и уже как-то чемпионские твои амбиции сразу же меркнут, да, и 1 уже гораздо дальше, и нужно ждать какого-то подарка от соперников. И 4-1, 6-1 в пользу команды АСТ «Страховой брокер». Большой сюрприз для нас преподнесли игроки команды АСТ «Страховой брокер». Одержали они крупную победу над командой «Уралсиб», которая на минуточку, за неделю до этого сама отправила 16 мячей и по итогам 1 нам показала самый грозный команд. А вот и здравствуйте. Кто-то не доехал, состав был не оптимальный. Плюс АСТ «Страховой брокер» по отношению к первому туру, к первому противостоянию, да, с командой «Согласие», они привезли наконец-таки всех своих футболистов, всех своих джокеров. И эти джокеры сыграли основополагающую, я считаю, непосредственно роль в матче. Да, и матч получился действительно очень интересным и завораживающим с самого начала. Команда АСТ «Страховой брокер» забила 3 мяча в ворота своих соперников, и мне казалось, что уже все, уже ничего не поменяется. Однако очень быстрый ответ был от команды «Уралсиб страхование», и даже прокралась надежда, что здесь будет какой-то камбэк и будет интересный какой-то розыгрыш событий. А тем временем команда, наоборот, стала уходить вперед и одержала такую крупную победу. Отдельно отмечу Александра Станового. Александр выдал очень клевый матч, забил 2, и, конечно же, Романов Евгений также отметился дублем. Молодец Евгений, мы можем только ему поаплодировать и похвалить. Дорогие друзья, на вашем экране сейчас турнирная таблица. Турнирная таблица чемпионата от рейтингового агентства «Эксперт» среди финансовых и страховых компаний. На 1 идут 2 команды. Сразу же это команды «Согласие», «ВТБ», «Страхование». Страховщики здесь занимают лидирующие позиции. На 3 команда «АСТ «Страховой брокер», которая набрала 3 за 2. И такой же результат продемонстрировали игроки команд «Golden Hills Capital», «Уралсиб страхование» и «Газпромбанк». Сразу же за лидерами есть серьезная группа преследователей. И там на дне турнирной таблицы команда «Deep2000» и «Прайсинформ». Если для «Прайсинформ» будет сложно выйти, да, из этой ситуации, как-то поменять текущие дела, то команда Deep2000, я считаю, что графу 0 в набранных очках обязательно поменяет на какие-то более положительные цифры, и вот это нейтральное число оно для себя искоренит. Да, соответственно,
кто здесь будет в тройке, непонятно. Для меня есть очень много вопросов. И что здесь будет, покажет только время. Я жду следующие поединки. И там многое определится. Сборная тура, дорогие друзья. Сборная тура. Ирина Александр из команды «Согласие» стал лучшим игроком по версии нашей системы. Плюс здесь же Колупаев Денис и Хызев Юрий. Колупаев Денис, Колупаев — это вратарь команды ВТБ страхования. Если вы посмотрите на видео, действительно этот человек совершил огромное количество сейвов в матче с одним из главных конкурентов, отстоял матч на ноль. И я считаю, что появление Дениса вполне логично в этом списке, как и появление, конечно, Юрия Хызева. Два потрясающих мяча, оба сумасшедшей силы удара, и точность тоже не подвела. Представитель команды победителей в матче «Уралсиб» АСТ «Страховой брокер» Станово Александр здесь же, и Серегин Вячеслав, автор двух голов от ТИП-2000, как и Рунов Константин, о котором мы уже говорили чуть ранее, да. Соответственно, кого я бы добавил? Я бы, конечно, добавил бы игрока команды «Газпромбанк», господина Таранова Вячеслава. Мне кажется, что этот игрок также достоин быть здесь. Давайте, дорогие друзья, перейдем плавно к просмотру следующих игр. И здесь «Газпромбанк» и «ВТБ страхование». Очень интересный поединок, да, команда «Газпромбанк» сейчас в отличном настроении подходит к этому матчу, ребята набрали первые 3 очка, команда показала себя сплоченным коллективом, и мне кажется, что они сумеют навязать борьбу команде ВТБ страхования, которая идет вперед с позиции силы. Мне кажется, что здесь фаворит ВТБ страхования, и в принципе она, эта команда, да, должна побеждать в этом поединке, просто если брать класс команд и набор исполнителей. Это футбол, и если здесь бы решалось бы все за счет класса, то команды с отличным набором игроков всегда бы побеждали, и игра была бы неинтересной. А у нас все может быть, много человеческого фактора здесь, и поэтому этот матч, я считаю, способен преподнести сюрпризы. На поле номер 2 встретится команда Golden Hills Capital AM Deep 2000. Здесь команде Golden Hills не рекомендую смотреть на турнирную таблицу и положение дел, потому что команда Deep 2000 – это сильнейший коллектив. Это очень слаженная команда. Это команда бойцов, и они будут бороться на каждом участке поля до последнего. И здесь шапкозакидательское настроение сыграет злейшую шутку, я уверен, и команда Александра Чернова, Deep 2000, здесь воспользуется обязательно этим упущением. Поэтому рекомендую Велену Кузнецову и всем его коллегам быть внимательным. Очень и настраиваться на этого соперника ничуть не меньше, чем на соперника, который был в туре номер 2. Здесь также я не возьмусь ставить каких-то прогнозов. Просто скажу, что, по моему мнению, победить может и та, и другая команда. И, ну, возможно, Golden Hills Capital чуть больше имеет шансов на победу. Но это крохотный гандикап. Да это и гандикапом даже назвать нельзя. Это так, небольшая фора перед началом. Поле номер 3, страховое дерби, «Согласие» «Уралсиб». В принципе, вот здесь для «Согласия» первый серьезный экзамен. Первый серьезный экзамен в третьем туре. И здесь в качестве соперника выпал соперник, который любит играть в футбол, умеет играть в футбол. Играет в быстрый пас, разворачивая свои комбинации по всей ширине поля. Поэтому здесь серьезное испытание стоит перед командой «Согласия». Что же касаемо «Уралсиб» страхования, мне кажется, что они сделают нужные уроки и выводы из этого поединка, из поединка прошлого, разумеется, и к этому поединку подойдут с максимальной концентрацией и докажут всем, что это
поражение от АСТ «Страховой брокер» было просто случайностью и стечением обстоятельств, неудачным днем, либо еще чем-то. Поэтому здесь, в принципе, я считаю, что за счет вот именно вот этого психологического состояния команда «Уралсибстрахование» немножко злее. Им больше нужна эта победа, я считаю, и они за эту победу будут отдавать все на футбольном поле и все силы выжимать без остатка. Поэтому я считаю, что здесь фаворитом является «Уралсибстрахование», а «Согласие», разумеется, «Согласие» здесь является фаворитом, но если посмотреть с точки зрения первых двух матчей, да, игры команд, то здесь, наверное, «Уралсибстрахование» выглядит чуть-чуть более предпочтительнее. И четвертое поле, команда АСТ «Страховой брокер» против команды «Price Inform». Если приедет тот состав, который приехал во втором туре, то ребятам из «Price Inform» будет очень сложно, шансов практически не будет никаких. Если приедет состав тот, который был в первом туре, соответственно, шансы, я считаю, есть. И как минимум эта команда при этом раскладе пропустит не меньше 5-6 голов. Ну и, конечно, ждем мы здесь какого-то большого именно состава, большой обоймы игроков с возможной ротацией от команды Price Info. Напоследок, дорогие друзья, давайте посмотрим рейтинг бомбардиров. И в рейтинге бомбардиров на первом месте здесь идут игроки команды «Уралсибстрахование», которые в первом матче наколотили по 6 голов. Сразу следом за ним Евсеенков Сергей, который также оформил 4, забил 4 гола в первом туре, а на втором его, к сожалению, не было. Во многом, кстати, еще этот момент я упустил, во многом и отсутствие Сергея Евсеенкова сказалось на том, что команда не забила в этом туре. И здесь неподалеку ворвались игроки «Согласия» Рунов Константин и Ильин Александр, которые здесь рядом и также способны бороться за звание лучших бомбардиров. На этом, дорогие друзья, наш обзор подошел к концу. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Надеюсь, вам понравилось. До встречи, до новых выпусков. До свидания. Сегодня игра, сегодня важный матч. Все стали на своей позиции. Нас много, ребят, но цель одна. Мы все здесь, чтоб побеждать. Разрывать нам нужна победа, победа, победа.